было пробить его на касание, но Павел не решился. Мяч обработал, и мягкий удар, рикошет, пустые ворота. Это Селява, 1-0. 1-0 и рикошет. Тоже, понятное дело, чисто. Ну, смотрите, какая глубина, ну, какой же вне игры. Хотя, вот знаете, тут повтор вот этот на стоп-кадре во время удара Сидько надо смотреть. Но в динамике это, конечно, все в пользу атаки. Без вара такие моменты не разбираются.